Они знают все ее трещинки. Жители домов по улице Венцика рассказывают и показывают все недочеты, которые обнаружили во время ремонта дороги. Работы ведутся под неусыпным контролем людей. А потому список вопросов сформировался еще до того, как в рейд вышли представители Общероссийского народного фронта, районной администрации и подрядчики. Здесь сложный участок, здесь одни провалы. Здесь сложный, да. Да, здесь вообще, если смотреть на поперечник, вот здесь был перепад где-то сантиметров, там, 35-40. Ага. Вечная яма, и вот здесь. В своих слоях мы все это выровняли в рамках, даже больше. Вопросы решаются по возможности тут же, в качестве поручений подрядчику. На исправление недочетов дается определенное время, а потом снова проверка. Если не исправили, составляется акт, который идет в прокуратуру городского округа Самара, в администрацию городского округа Самара и в ГИБДД. Административный ресурс у нас есть. Административный ресурс работает. И более того, я могу сказать, что сейчас, в данный момент, в настоящее время, подрядчики идут навстречу. И пока что еще не было такого, чтобы они не устранили нарушения, которые выявили представители Общероссийского народного фронта. Зато, как уложен асфальт и установлены бордюры на Венцика, подрядчику поставили пятерку. Вот здесь вот минимум 5 сантиметров получается расстояние. А если вот так вот померить, то даже больше. Да, мы видим, что тут практически 6,5 сантиметров. Вот по эту риску должен проходить асфальт, то есть верхний слой. 5 сантиметров щема, 20 выравнивающий. Соответственно, здесь 6,5 сантиметров. Ну, с учетом разницы уровней, как бы асфальт будет как раз положен. Но хорошая история, я думаю, что такой асфальт будет жить однозначно, потому что качество такого асфальта, оно очень хорошее. А вот работой на улице Фрунзе общественники недовольны. Вдоль бордюра по проезжей части идет полоса щебенки. Рабочие сделали тротуар, нарушив технологию. Исправлять собираются в ближайшее время. Вот как это будет сделано? Как это будет сделано? Это будет сделано вот так вот, будет закатано? Прям 10 сантиметров от дороги или как это будет выглядеть? Да? Мы трамбуем, то есть продуваем, где грязь, это вычищаем. Затрамбовываем здесь, кроме как колесом, здесь какой-то тяжелой техники. И виброплитами больше ничем не подъедешь, то есть именно по щебеночному основанию, мы его укатываем. После этого горячим асфальтобетоном тип Б марки 2 идет устройство 5 сантиметров толщиной, уже это заполняется пространство между проезжей частью. В этом году в Самаре ремонтируют 11 дорог за счет городского и регионального бюджетов. Плюс еще 9 дорог за счет федерального в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Общественность не остается в стороне и следит за ремонтом каждой из них, чтобы все было сделано не только качественно и по всем нормативам, но и удобно для горожан. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.